Вы когда-нибудь задумывались над тем, сколько раз в жизни вы по-настоящему говорили спасибо? Спасибо от всей души. Спасибо, которое выражало бы вашу благодарность. Я никогда не забуду тот день, октябрь 40-го года. Тогда холодным осенним утром женщина по имени Николь пустила на порог своего дома девочку, жизнь которой в ту минуту зависела от нее. Как долго я искала ее, только чтобы сказать одно лишь слово. Непередаваемые чувства спокойствия и волнения одновременно, узнав, что еще не поздно, собрать по крупицам буквы, остатки памяти. Благодарю за те драгоценные моменты жизни, которая у меня была. Благодарю за жизнь. Благодарю.